Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Хоакин, и сегодня у нас первый взгляд на игру Scarlet Hood NV Wickenwood. Если кратко игре, то нам предстоит играть за Scarlet, которая должна пережить 7 дней и принять ряд трудных решений, чтобы благополучно вывести труппу живунов из Злолесья. Ну что ж, ребят, давайте начнем играть и посмотрим, что же представляет собой данная игра. Погнали! Уверена, что мне предначертано гораздо больше, чем может предложить этот городишко. Закрываю глаза и вижу себя той, кем должна стать. Если буду дальше мести здесь грязь, то так и никуда не попаду. Ты говорила, что нет места лучше дома. Но думаю, сестренка, что мне пора валить из этого места. Вас только за смертью посылать? Чего так долго? Кое-кто был немного занят своей прической. Не обращай на него внимания, Скар. Уверен, ты понимаешь, что прекрасная шевелюра ценит особый уход. Леонард, сейчас вообще не время переживать из-за секущихся кончиков. Знаю, просто хочу произвести хорошее впечатление на концерте. Будем думать о прикиде тогда, когда заключим контракт. Дави на педаль. Ты слышал даму? Ладно, пристегнитесь, Скар. Так, ребята, видимо, едут на концерт. Давайте посмотрим. Йоу, льет как из ведра. Ненавижу дождь. Леонард, включи радио. Мы получили официальное заявление о возможном торнадо. Ожидается сильный дождь и усиливающий ветер. Не забудьте закрыть окна. Продолжайте следить за новостями и оставайтесь на 106.4 FM. С вами, как всегда, Кьёут. Ау. Торнадо? Звучит серьезно. Может, нам стоит вернуться? Прикалываешься? Агент из Вики Трекерс прилетела из Нашвилля, чтобы посмотреть сегодняшний концерт. Не будет концерта, попрощаемся с нашим шансом заключить контракт. Значит? Нет, шоу продолжается, пока не запоет толстуха. А если вы не заметили, то я худа, как скрипка. Тем более, говорят о возможном торнадо. Пока не заявят о штормовом предупреждении, то не о чем волноваться. Как скажешь. Дави на педаль, здоровяк, мы опаздываем. Придержите трусики, дамы, следующая остановка – Грувбокс. Ну что ж, ребят, наши герои, видимо, приехали давать свой первый концерт. Они хотят заключить контракт с записывающей студией. Ну посмотрим, что из этого всего выйдет. Так, похоже, небо очистилось. Словно затишье перед бурей. Небо не единственное, что сегодня очистилось. Как-то пустынно, словно на кладбище. Ну же, ребята, мы собираемся устроить шоу века. Ник, вложи все сердце в свою игру. Нам сегодня пессимисты на сцене не нужны. Ого, Скар, вот это ты сегодня жжешь. Это я так, проявляя свою грубую любовь к вам. Поверьте, позже вы мне еще дифирамбы петь будете. Управление. Ну все ясно, в принципе. Так. Пора надевать свою маску. Ты справишься, Ник. Похоже, ты была права насчет улучшения погоды. Так. Ну ладно. Говорил же, что Винни доставит нас вовремя. Моя ласточка как никогда, никогда не подводила. Так, ребят, давайте готовьтесь. Мы пока тут пройдемся, посмотрим. За что парня выкинули? Ай, полегче, чувак. Я повторяю, мы закрыты. Но как так? Там же еще много народа. Скажу по-другому. Грувбокс закрыт для тебя. А теперь проваливай.
Вряд ли он нам красную ковровую дорожку постелит. Так. Ну, по всей видимости, да, надо заходить в клуб. Воу, перечил лошадей, малышка. Куда ты намылилась? Добрый вечер, сэр. Мы приехали дарить людям музыку. Чего-чего? Мы Фокстрот Боб. И? Мы сегодня тут выступаем. Вы опоздали. Концерт закончен. Валите. Эй, мы 3 часа добирались сюда и не уйдем, пока не отыграем. Во-первых, я сомневаюсь, что вы 2 ноты сыграете. Во-вторых, условия здесь ставлю я. И я говорю, валите. Что ты хочешь сказать, крутыш? Так я и думал. Чего шумим? Закрой дверь, Лу, холод только напускаешь. Простите, госпожа, был немного занят с этой горской хулиганья. Не верю своим глазам. Вы же та группа, Бобстропфоб. Фокстроп Боб, да, мы как раз пытались объяснить этому вашему сотруднику, уважаемая. Оставим формальности, зовите меня Саванна. Вы приехали как раз вовремя. Мы уже собирались закрываться. Хотя Лу не возражает немного задержаться, верно? Не стой столбом. Прояви-ка любезность и пропусти наших гостей внутрь. Да, госпожа. Ничего себе. Рядом с ним стал похож на побитого щенка. Думаю, сегодня ваш счастливый день. Готовьте свое оборудование и готовьтесь выступить. Так, хозяйка все у них там решила. Ну что ж, давайте готовиться к выступлению. Сколько у нас осталось времени-то? Ну, уже 10-й час. А к такому легко привыкнуть. Круто, да? Это станет рутиной, когда мы добьемся успеха. А, все установили как надо? Да. 2 раза проверил. Не парься, Скар, все тип-топ. Ты же меня знаешь, я всегда волнуюсь перед выступлением. В чем секрет твоего спокойствия? Хороший ночной отдых всегда приводит мои мысли в порядок. Кстати, ты выглядишь уставший. Всю ночь не спала, да? Виновата. Нельзя летать с орлами, если хочешь ухать с совами, Скар. Ты в порядке, Леонард? Ага, но Дрин еще не выветрился. Тот парень был готов сцепиться. Типичный бугай, забудь о нем. Да, ты права. Твоя гордость задета, но ты поступил правильно. Немного горячительного перед выходом, и все пройдет. Думаю, тебе подойдет что-то зажигательное. Ха, я понимаю, к чему ты клонишь. Так, ну что, всю группу поддержали? Все носики напудрили себе, да? Давайте. Будем выступать уже. Живее, ребята, да начнется шоу. Ну вот и оно, парни, мы репетировали 1 000 000 раз. Пришло время сразить их. Ну давайте посмотрим, что это будет за выступление. Ну, вроде публика довольна, да? Браво! Да, точно недовольны. На бис! На бис! Это было офигенно! Прочувствовали всю эту энергию? Эй, леди босс хочет поговорить. Алло, тебя не учили стучаться? Не обращайте на нее внимания, мы идем. Тебе лучше пойти одной. Мне? Ты слышала его? Скар, не заставляй леди ждать. Мы далеко зашли благодаря тебе. А теперь заключи эту сделку. Признаю, приехать сюда не было ошибкой. Спасибо, что ведешь нас. Ну ладно, ребят. Схожу тогда, узнаю, что там. Ну, вроде публике понравилось, значит, контракт должны заключить. А, офис менеджера за следующей дверью. Она, наверное, там. Проходи, леди босс ожидает.
Здрасте. Скарлетт, дорогая, проходи, чувствуй себя как дома. Клёвый офис. Это старьё? Благодарю, но такая обстановка не по мне. А мои вкусы немного изысканнее вкусов владельца. Я одалживаю, когда в городе. А ты знаешь поговорку «дареному коню в зубы не смотрят»? Но вернемся к делу. Это было убойное выступление. Скарлетт, девочка, ты стала настоящей звездой. Говорю тебе. А в следующем году ты будешь хедлайнером. Ого, даже не знаю, что сказать. Парни будут на седьмом небе от счастья. Да, об этом есть одно условие. У меня уже есть тройка хороших сессионных музыкантов. Лучшие из лучших. Для сольного дебюта им не хватает только привлекательного фронтвумен. Ага. То есть, хотите сказать, что не подписывать контракт с Foxtrot Bob? Ну разве ты не золотце? Ничего личного, дорогуша, это шоу-бизнес. В этом мире человек человеку волк. Моя работа — делять зерна от плевел. И благодаря мне твой талант может стать прекрасным золотистым хлебом. Итак, что скажешь? И я, мне это... Скарлетт, милая, ты должна стремиться к большему, как твоя сестра. Постойте, вы знаете Руби? Ох, не то слово, мы знакомы уже очень давно. Ты в точь как она. У девчонки была голова на плечах. Давай так. Я знаю, что такое решение тяжело принять сразу. Я уезжаю завтра. Подумай и скажи свое решение. Когда будешь готова, это будет нашим маленьким секретом. Так, мы получили контракт. Я сказала свои условия, теперь дело за тобой. Договорились? До встречи. То есть на... Леди Босс сказала, что у тебя отличный голос. А на эту женщину сложно произвести впечатление. Все так сложно, мне нужно время, чтобы собраться мыслями. Где здесь уборная? То есть она предлагает контракт нашей героине Скарлетт. Но при одном условии, что она будет фронтвумен, но она кидает всех своих друзей, подписывает только контракт с ней. Ребята ждут, но сначала нужно разобраться с мыслями, где здесь уборная. Но по всей видимости вот это уборная. А дверь защищена паролем, вероятно только для персонала. Лучше найти кого-то, кто меня впустит. Хм. Может у Амбала спросить? А его я ни о чем просить не стану. Так, а как мы там пароль узнаем? А, дальше можно идти. А, все тревоги улетучились, как только я вышел на сцену, но теперь я снова вернулся к началу. Нет, ну конечно, друзей кидать-то не надо. Сэм играет на саксофоне и кларнете. Наверное, он примет новость хуже всех. Леонард играет на барабанах. Несмотря на задетую гордость, отыграл он отлично. Я играю на гитаре и пою. Быть артистом – это все, о чем я мечтала, и теперь у меня появилась реальная возможность осуществить мечту. Ник играет на синтезаторе и басу. Никогда не понимала, как он может делать это одновременно. Я всегда шучу, что он больше машины, чем человек. Так, со сцены мы ушли. Барная стойка, посетители. Эй, ты же солистка новой группы, верно? Выступление прям отрыв башки. Но люди довольны выступлением. Вы ребята из другого города? Так я и думал. Музыка такая необычная. А, уборщица, я должна была уйти полчаса назад. Куда по помытому? Я убираюсь. Но мне нужно в уборную. Я уже убралась сверху. Слушай, это ведь ты выступала? У тебя есть доступ к закулисью, так что используй уборную для персонала. Пароль на стене. Смотри сверху вниз. То есть, пароль где-то в комнате. Пароль на стене, смотри сверху вниз. Надо возвращаться, значит, обратно в комнату. Там искать пароль. Не говорите мне, что вечеринка окончена. Ночь еще не закончилась. Угу, закрыто. Ладно, в уборную-то сейчас мы сходим, но что говорить друзьям-то ее? Нехорошо получается. Очень нехорошо.
Прости, ты опоздала. Бар закрыт, я уже ухожу. Ваша группа отлично звучит. Правда, я не совсем все понимаю. После концерта ты выглядишь отлично. Думаю, это что-то значит. Шост Нот, легендарная группа лейбла Wicked Records. 8 лет назад взорвала чарты и держится в топах до сих пор. Ну, это группы, видимо, кого продвинула эта звукозаписывающая студия. Да. На свежий воздух говорит, что не нужно. В уборную-то, да, давайте. Тут вроде все мы посмотрели. Пароль. Теперь она с паролем. Так, туда уже нельзя. К боссу. Пароль на стене должен быть. Где-то здесь? А, здесь нету пароля никакого. Так. На стене. Ну вот я пятерку вижу. Восьмерка. Шестерка вот еще есть. Ну и цифра римская 3. Скольки значный код там? Давайте попробуем. 3, 5. Нет, 3, 6, 5, 8. 6, 5, 8. Неверный код. Почему? 6, 5, 8. Нет, четырехзначный все-таки. Где-то цифру какую-то пропустил. Так, смотрим. 8. Три картины. 8. 5. 6. 3. А, подождите, она же говорила сверху вниз смотреть. Но если так получается, 5, 6, 8. 5, 6, 8, 3. 5, 6, 8, 3. Ну, уборщица так говорила. Точно, ребят, подошло. А здорово. 'Что же мне делать? Я не могу рассказать парням, это сильно по ним ударит. Но что насчет предложения? Настоящий лейбл, хедлайнерские концерты по стране. Это возможность, о которой я всегда мечтала. Мне просто нужно время, чтобы все обдумать. В этом ведь ничего плохого, так? Скажу парням, что она еще думает. Да, кто знает, может, я смогу переубедить ее. Ладно, Скар, за дело. Как собираешься парням все это говорить? А вот и наша певчая птичка. Надеюсь, она споет нам хорошие новости. Да, чего так долго? Выкладывай, Скар. Может, успокойтесь, я как раз собиралась рассказать. Ну, мы поговорили, но ничего особого не вышло. А, чего-чего? Это явно не все. Ник прав, что она сказала? Бросьте, ребята, дайте ей сказать. Спасибо, Леонард. Ну, вы же знаете городских, они очень осторожны. Они всякое повидали, хорошая сделка занимает время, ей нужно обдумать детали. Мы ведь идеально сыграли. Да, ей понравилось. Но она уезжает завтра утром, так что будет на связи. По-моему, это как-то не очень. А что это там у тебя, Скар? Ага. Посмотрим. Сразу такая музыка заиграла. Удивлен. Ну что там? Да, дай взглянуть. Это... Что я думаю, Скар? Притормози, Сэм, я могу объяснить. Это контракт. От Wicked Records. В чем дело? Подождите, если это контракт, значит... Что за бред, про ничего не вышло, и ей нужно обдумать детали. Видите ли, ребят, я не хотела ничего говорить, потому что знала, что вы взбеситесь. Не хотела ничего говорить. О чем, Скар? Она предложила мне контракт на сольную карьеру. И что ты ответила? Ну, я просто, как уже сказала, ничего не вышло. Но контракт-то у тебя. Похоже, ты обдумываешь ее предложение. Что? Скар, почему ты просто не сказала ей засунуть этот контракт куда подальше?
Я скажу тебе почему, Леонард. Нас предали. Ребят, вы даете мне возможности. Скар, тебя поймали с поличным. Ага. И ты потеешь клещи ведьм в церкви. Наверное, вы обе достойны друг друга. Эй, хватит драматизировать. Ну да, ты огорчила своих друзей-компаньонов. Брось, Леонард, это правда не то, на что похоже. Мы прошли весь этот путь вместе, Скар. Сегодняшний концерт должен был стать для нас большим событием. Зачем ты соврала? Леонард. Вот все карты и на столе. Погода прям под настроение. Сейчас тошнит. Наверное, можно было попробовать сделать все получше. Они просто выкинули ее, да, на дороге. Я бы все дала. Ты бы знала, что делать, правда? Эй! Что за фигня? А это, ребят, походу, торнадо, которое обещали. Скарлетт? Ух. Какого? Я все еще жива? Слава богу. Меня унесло торнадо? Лисенок. Какой это? Это лисенок? Да, по всей видимости. Куда он побежал? Так, мы в какой-то пещере. Но, ребят, по всей видимости, нас куда-то перенесло. Так. Мальчик, он ранен? О боже. Помогите, на помощь. Телефон. О нет, все мои вещи пропали. Эй, малыш, тебе больно? Ведьма! Кто? Скарлетт ведьма? Зачем он удрал от нас? Эй, ты чего? Должно быть, малыш напуган. Не могу его в этом винить. Так, мы шарахнулись в какую-то пещеру, походу. Деревянные ящики выглядят так, как будто их сломали сильным ударом. Похоже на какую-то святыню. Что за чертовщина? Сохраняет свой прогресс при помощи мистических тотемов. Ага, отлично. Сохранились. Еще один деревянный ящик разбит. Приветик, симпатюля. Тебе меня не обмануть. Миленькие зверьки всегда переносят бешенство. Ну, он хотя бы не выглядит кусачим. Скарлетт! Что? Приди. Что? Эй, есть там кто-нибудь? Скажи, что ты тоже это слышал. Он молчит. Ну, пользы тебе пока мало. Здесь должен быть выход. И есть только один способ выяснить. Так. Еще какие-то тотемы. Попался? Ни шагу дальше, ведьма. Ну почему он ведьму называет ее? Следи за манерами, малыш. Со старшими так не разговаривают. Я не общаюсь ни с ведьмами, ни с другими склонными к магии людьми. У этого парня явно проблемы. Не смотри на меня так. Оставьте меня в покое. Я не хочу неприятностей, дамочка. Как хочешь. Можешь оставаться в этом пыльном ящике. Мне все равно. Интересно, на что он уставился? Тупик, хотя, похоже, ты знаешь дорогу. Молчит, только смотрит, глазами хлопает. А, пробыла здесь всего 5 минут, а уже разговариваю с лисенком. Не похоже на обычную стену. Ну да. Скорее всего, наверное, поднимается как-то она. Так, это что за механизм? Символы.
Их можно нажимать. Но ничего не происходит. Надо, наверное, смотреться, как в прошлой комнате, где мы нашли код. Еще какие-то символы. Так, ну-ка еще раз. Ага. Это символ воды. Это, скорее всего, наверное, ветра. Огонь, ветер, молнии. Что-то непонятно. Ну вот они, смотрите. Это огонь, молния, ветер, вода. И там символы животных вроде были. Да, надо просто подобрать символы животных. Сейчас посмотрим. А, первая вода. Котяра какой-то. Ветер, мышь, да? Молния. Змея. Вон. Лежит голова ее. И третья. Непонятно. А, нет, смотрите, вот там. Это же лиса, да? Просто этот монумент сломан. Тотем, точнее. Попробуем. Так, первый у нас был... Ага, какой-то кот там, я не знаю, походил на кота. А, дальше мышонок, змея и, по всей видимости, лиса. Что это за шум? Да, что-то вышло. Что-то получилось, это радует. Идем дальше. Лисенок все бегает за нами. Ого, что это за место? Подождите. Ой, а кто это за нами пришел? Рада видеть, что ты наконец-то пришел в себя, малыш. Я не малыш. Это ты, большая уродка. Ну, кстати, да, какой-то парнишка похож на какого-то эльфа, скорее всего. Ну и, по всей видимости, мы, ребята, переместились в какой-то другой мир сказочный. Как вы и заметили, наверное, сразу же. Нас торнадо куда-то перенесло, потому что мы видим мистические всякие символы, тотемы. Вот, ребят. Чего? Ух, так нужно просто глубоко вдохнуть. Слушай, мы начали не с той ноги. Меня зовут Скарлетт. Хорошо, я Тук. Рада познакомиться, Тук. Ну как ты здесь оказался? Вы совсем рехнулись? Вы свалились с неба, разбивая и круша все на своем пути. Ну вот, ребята, как раз торнадо в нас занес. Другой какой-то фэнтезийный сказочный мир. А, меня чуть не убили, а лучше бы так и случилось. Госпожа Дикси свернет мне шею, когда узнает, что случилось с ее повозкой. Постой, все эти вещи были твоими? Наш караван направлялся в замок Королевствиль. Замок Королевствиль? Уважаемая, вы из пещеры выползли или как? Мы едем на коронацию принца Лира. Госпожа Дикси совсем разберется. А до тех пор я с вас глаз не спущу. Я встречусь с твоей госпожой Дикси, но сначала нам нужно выйти, найти выход отсюда. Так, бегает, а? Хоббит какой-то мелкий, блин. Так, наскальные рисунки выглядят древними. Интересно, о чем они? Вы не знаете? Эмма должна? Это Волварек. Также известно, как Конец Света. Как Рагнарёк, что ли? Все в глуми знают эту легенду. Последняя битва между семи ведьмами. Охренеть. Битва с семи ведьмами? А что у тебя за проблемы с ведьмами? Напомните, откуда вы? Ну, думаю, недалеко отсюда, прямо из Кентукки. Кентукки. О, я понял. Вы издеваетесь с моим именем. Что? Нет, забудь. Либо у меня нет крыши, либо этот ребенок самый преданный поклонник фестиваля эпохи Возрождения. Так, Скарлетт решила осмотреться. Ого. А это что за скелет? Это настоящий труп? Да ну нафиг. Она мумифицирована. Это так стрёмно. Тук, ты должен это увидеть. Красная ведьма. Та же, что и на пещерном рисунке? Плохо, паршивые новости. Это проделки черной ведьмы? Ты о чем вообще? Вы и правда не отсюда, да? 4 года назад черная ведьма прилетела в замок Королевствиль на своей жужжепалке.
Она похитила принцессу Моргану, увезла ее в королевский лес. И все потому, что она захотела заполучить королевскую диадему. Говорят, с тех пор принцесса заперта в темной башне под названием Гнездище. Чтобы спасти принцессу, король отправил священный отряд, тройку легендарных героев Глума. Ну и больше никогда не видели. Вот почему все теперь называют это место Злолесьем. А ты неплохой рассказчик, серьезно. Так, красная ведьма, говорит? Как раз смотрите, на рисунке изображены эти 7 ведьм. Красная ведьма. Красная, оранжевая, черная, какая-то сирень, фиолетовая, потом зеленая, типа синяя ведьма и белая ведьма. Интересно, а это что такое? А, это тотем. Круто. Круто. Так. Лучше близко не подходить. А это что еще такое? Хм. Это что за дурацкая штука? Это рука? Торчит прямо из земли. Нет, мы, конечно, тронем. Была не была. А может быть, это была плохая идея. Что за... Держится крепче, чем крышка на банке с огурчиками. А ну ты сравнила. Так, а что происходит? Что-то страшное начнется. Что-то злое встает на пути. Облачение ведьмы тотчас отзовется. К семени, что нужно прорасти. Уничтожь деяние злобы холодной. Судьбы героев троих ты спаси. Не бойся, почувствуй себя ты свободной. 7 раз избежишь еще смерти петли. Я жизнь свою посвятила добру. Прими же, о Скарлетт, ты накидку сию. Это с нами сейчас ведьм разговаривала? Офигеть. Нам красная ведьма дала свою накидку? Похоже, ребята, мы куда-то вляпались. Что за фигня? На вас облачение красной ведьмы. А это значит только одно. Настоящая магия. Вы следующая красная ведьма. Так и знал, что вы и правда ведьма. Хм, вот только явно из хороших, иначе я был бы уже мертв. Лучше отведу вас госпожа Дикси, у нее в голове целое хранилище знаний о подобных вещах. Так, давайте по порядку. Скарлетт складывает все в карманы накидки. Ага. Вот она, да? Накидка. 6 ячеек. Ну, вроде бы все ясно. Так, предметов у нас никаких пока нету. Палка-гревалка. Легендарный посох, когда-то принадлежащий красной ведьме. А Глума, являющийся источником силы. Одеяние красной ведьмы. А заколдованная накидка, когда-то принадлежащий красной ведьме Глума. Так, это контракт. Лисенок, ваш новый лесной друг чувствует себя как дома в вашей накидке. То есть он залез ко мне в накидку, сидит у меня? А я его не вижу. Ха-ха. Вот озорник. Ай, ты куснул меня? А прежде здесь этого не было. Ты хотел, чтобы я это нашла. А, поэтому накуснул. Хм, выглядит довольно ценно. Круто, но где другая? Давайте посмотрим, что за туфелька. Это слепительная туфелька, украшена блестящими рубинами. Хм. Наверное, найти вторую пару. Полка заставлена старыми пыльными книгами. И все. Здесь какие-то рунические надписи. Что они означают? А, Скарлетт нашла резную табличку. Так и знал, что ты и правда ведьм. Ну, это мы с тобой уже проходили. Ты уже это говорил нам. Так, что у нас еще там с посохом? Предметы какие-то есть еще, вроде нет. Блин. Это что такое? Резная табличка. Каменная табличка с традиционной резьбой светлых гномов. Хм. Рунические надписи над аркой подсвечиваются это, когда я держу эту табличку. На кончиках пальцев этого посоха такие же руны. Интересно, а если...
Так, откройте листья врата при помощи арочных камней до того, как закончится время. Блин, что-то не то. Так. Не то. Надо, наверное, посмотреть, как какими стрелочками направлять. А, все понятно. Какая стрелка что делает? Вверх, вверх. Да, тут же стрелками указано у нас наверху. Так. Ай, блин, давай побыстрее. Так, так. А-а-а, черт. Блин. Черт, пока сообразил уже все. Почти. Так. Ну вот. Что-то получилось, мы открыли. Отлично. Сработало. Уходим отсюда, да? Говорю тебе, а она как-то шлепнется с неба, и Мосс приказал долго жить. Но выбора нет, пойдем через Злолесье. Комар, твоя идея как песочный суп, в ней нет смысла. Мне страшно представить, что с нами случится, если черная ведьма поймает нас в ее лесу. Госпожа Дикси! Тук, комар сказал, что ты погиб. Нет, госпожа, был на волоске, но выжил. Жив-здоров, если учитывать обстоятельства. Жив-здоров, значит? Что сделал с моей повозкой, засранец? Готовься получить ремня. Так. Приветики. Я как раз хотел рассказать госпожа Дикси. Она шлепнулась с неба и сломала мост до Королевствиля. Что ты несешь? Это госпожа Скарлетт. Таких высоких живунов я еще не видела. Откуда ты, Световолоска? Она не из этих мест, говорит, что из королевства Кентукки. Кентукки, и что здесь вообще происходит? Откашливаться. Как руководитель этой труппы неудачников, позволь мне пояснить ситуацию, госпожа Скарлетт. Эти болваны пытаются убедить меня в том, что именно ты виновата в разрушении единственного пути на коронацию принца Лира. Госпожа Дикси, вообще-то она еще и... Тук, циц! И, похоже, ты и правда ответственна за уничтожение моей повозки, набитой прекрасными товарами. Возможно, там, откуда ты родом, это считается нормой. Но в глуми не подобает вести себя как бабуин в посудной лавке. Поэтому я буду рада возмещению ущерба. Послушай, я не просила гребаная торнадо закидывать меня сюда. Я просто хочу вернуться домой. Госпожа Дикси, у нас неприятности. Так, а это что еще за твари такие? Зверюшки. Что здесь делал Додобо? Так, какого? Посох движется самостоятельно. Поберегись! Раскидался просто-напросто. Чудо-посох. Нам даже делать ничего не надо было. Божечки, я была так зла, что не заметила ее раньше. Это же легендарная палка-огревалка. Тук, почему ты не сказал, что перед нами настоящая ведьма? Так и ведь я пытался. Цицтук, я думаю, вы все сказали, что она упала с неба. И судя по твоему облачению и тому, как ты размахиваешь палкой-огревалкой... Огревалкой. Это может означать только одно. Должно быть, ты новая красная ведьма, а последний слышали около 4 лет назад. Да, в этом нет сомнений. Послушайте, вы явно меня с кем-то путаете. Повторяю еще раз, я не ведьма. Как скажешь, только сути это не изменит. Но нам не следует оставаться здесь на виду. Нужно разбить лагерь в Злолесье. Тогда у нас хотя бы будет укрытие. А ты, естественно, будешь охранять мою труппу, пока не переберемся на другую сторону. Это меньше, что ты можешь сделать за мою разрушенную повозку и единственный мост Королевствиль. Проведешь нас через лес, выплачешь свой долг. К тому же эти леса тают в себе магическую историю. Ты сможешь найти ответы на свои вопросы. Что скажешь? Хочешь присоединиться к мистическому каравану?
А выходит на тормозах это не спустить, да? Ладно, хватайте свое барахло, выдвигаемся. Ну что ж, ребят, я предлагаю наш первый взгляд на данную игру завершить здесь, на этом месте, и скажу следующее. Определенно, ребят, игра стоящая, в нее можно поиграть, но я чуть ожидал больше от игры. Но, возможно, просто мы еще с вами полностью не погрузились в сюжет игры, поэтому дальше, возможно, будет все намного интереснее. Но я, честно сказать, пока еще не решил, стоит ли ее проходить для канала, поэтому пишите комментарии, мне будет интересно почитать. И мы с вами решим, стоит ли эту игру проходить на канале. Ну а с вами был Хоакин. Подписывайтесь на мой игровой канал, ставьте лайк. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока.